Здорово, это Макривск. Вы, наверное, все смотрели, я не смотрела. Всем подписчикам ку, остальным соболезную. Могу прикинуться любителем аквадискотеки и пообещать вам много роликов в этом году, но не буду, так как сейчас основные силы идут на Twitch. Но сейчас, как минимум, вам гарантирую два видоса на тему СНГ Оскара Твича 2020 года. Наш с вами Оскар является самым крупным опросом по итогам уходящего года. В прошлый раз в голосовании приняло участие более 50 тысяч людей. Надеюсь, в этом году у нас получится как минимум повторить прошлогодний результат, а то и переплюнуть. И последнее, перед тем, как мы перейдем к номинациям, хотел напомнить, Там будет 1.9.2? А можно смотреть такое видео? Где есть 1.9.2? Вы так топили просто за этот ролик? Сам, а около 12 тысяч людей в прямом эфире и еще около 10 стримеров. Так что в случае чего кидайте говном в нас всех. Итак, начнем с первой очень тильтовой номинации, а именно «Бан года». В эту номинацию вы добавили таких стримеров, как Эвилон, Братишкин, Скилзор, Головач, Симпл и Фруктоска. Кто бы ни победил, надеюсь, мы сможем еще увидеть всех этих стримеров из этой номинации на Твиче. Ну, мне кажется, очевидно, «Бан года». Номинация «События года». Много событий произошло, которые либо коснулись Твича, либо аудитории, и вот 4 основных, которые, по вашему мнению, достойны этого звания. Мировой рекорд Вики Картер по часам стримов за 30 дней. Кстати, Вика, помню твою, так сказать, бурную реакцию на прошлогодний Оскар Твича и претензию, что даже наград не было. Вот, специально для тебя сделал в этом году, в случае победы готов доставить лично. Второй номинант. Pixel Battle. Дальше. Новые рекорды по онлайну СНГ Твича среди стримеров. И последний — это карантин, с которым, как бы ни было грустно, связан огромный приход новой аудитории на Твич. Кстати, реально, да. Музыкальный исполнитель Жожа. Года. Тут все просто. Стримерам не понравилось, как рэперы начали лезть на Твич, и они начали лезть в рэп. Номинанты. Андромеда, Эксайл, Мазелов, Читбанет, Алексей Пчелкин, Инсайдер, Братишкин, Скилзор, Тендерли, Хейли и Гвин. Скандал года, ага. Прибал, сори. Скандал года. Номинация 1.2.3 или дудос стримеров от хакера Эксфата. Дальше. Бустер на стримфесте или же можно без мата нахуй. Блядь, ребят, я опять пропустила, что за номинация. Скандал года, я опять забыла. Простите, пожалуйста. Скандал года. Номинация 1.2.3 или дудос стримеров от хакера Эксфата. Дальше. Бустер на стримфесте или же можно без мата нахуй. Далее идет у нас котики на Твиче. Думаю, многие помнят, как в прямом эфире с канала Гинсухи запустили трансляцию с вот этим охуенным котиком. Дальше у нас идут ботоводы, накрутки фолловеров онлайн и спам-ботами в чате на протяжении всего года. Ну и завершает номинацию у нас страйки DMCA. Да, за авторскую музыку теперь тоже можно получить бан. Ну, чё, выбирайте. Бля, сложная хуйня. Шиперство года. Шиперство года. Пары Твича, которые так и не вышли за рамки самого Твича. Вот вам список тех, кого вы так активно шиперили. Дина Блин Дмитрий Ликс, Дина Блин Инсайдер, Злой Диана Райс, Злой Фруктоска, Гаечка Жожо, Гаечка Хесус, Пока Крис Вейв, Гуакамоли Вишенка, Генсуха Строга, Аринян Каравай, Аринян Жожо, Аринян Читбанет, Дрейк Диана Райс и Десалат Фруктоска. А где Генсуха и... А, не понял. Пиздец, блядь. Ну, голосуйте. Ой, Кинсуха и Эвелина. А эта номинация как раз-таки состоит из пар, у которых все сложилось успешно. Симпл Аринян, Эвелон Кинсуха, Макривский Юечка, Кореш и Кухня. Блядь, все такие милые нахуй, что даже выбрать невозможно. Сквады на Твиче — это объединение стримеров, которые обозначают, так сказать, свою тусовку, которые двигаются вместе, коллабят, дружат и так далее. В номинацию попали такие сквады, как Фрик Сквад, 89-й Сквад, Легион и Пузата Хата. Пузата Хата. Стример года. 11 стримеров, который, по вашему мнению, претендует на звание лучшего. В номинацию вы добавили Эвилон, Братишкин, Бустер, Хесус, Модестал, Макривский, Злой, Жожо, Дмитрий Ликс, Строго и Мэдисон. А теперь те, кто поднимает вам не только настроение. Стримерша года. Охуеть, если в прошлую категорию вы выбрали 11 человек, то тут вообще пиздец в два раза больше. Дина Блин, Генсуха, Аринян, Гаечка, Екадзе, Юечка, Байовл, Бомбовоз, Аляша, Алинарин, Фасолька, Косточка, Рис, Крис Вейв, Булочка, Фруктоска, Эксидай,
Синди, Карина Стримерша, много, Зануда, Кухня и Тендерли Бае. А тут хуй и поспоришь, по статистике даже почти все одинаково. Ну, чё, выбирайте хули. Киберспорт, стример года. Название говорит само за себя. Люди, которые играют в игры гораздо лучше, чем вы. Сюда вы добавили Сильвернейма, Симпла, Рекрент, Стрей 228, Убийца Нубов, Макатао, Алоха, Нун и Айсберг. Игровой контент-мейкер года. На эту номинацию вы выдвинули таких стримеров, как VLG, Алинарин, Джуз, Блэк Сильвер Уфа, Шуз, Мел, Кейк, Вудуш, Дред, Юзя, Гитман и Комби. Юзя жив? Прорыв года. Сюда попали стримеры, которые очень резко взлетели в 2020 году. Сюда вы добавили Шаверму, Каравая, Гаечку, меня, Пчелкина, Дину Блин, Жожо, Поку, Якадзе, Мапки. Я забыла, что за номинация, пацаны. Которые очень резко взлетели прорыв года, в 2020 году. Сюда вы добавили Шаверму, Каравая, Гаечку, меня, Пчелкина, Дину Блин, Жожо, Поку, Якадзе, Мапки, Злова и Строго. Также непростой выбор, а о том, где голосовать, скажу после последней номинации. Кринж года. Кринж года. Многие говорят, что кринжа не существует. На самом деле так говорят только участники этой номинации. Злой, Камик, Джойн Тайм и Кореш поборются за звание кринжа года. Смайлик года. Смайлик года. Какой же смайлик вы сюда номинировали? Вот этот чел. Blood Trail, Кеквейт, Покчамп, вот этот кентик, Парвало, Библтамп, Сердечко. Библтамп? Я думала, это библетум. Я считаю, что сердечко смайлик года. Сердечко маловато, чат. Спасибо, Пока. 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 Кирик. Изи. Еп. И ага, как скажешь. Шоу года. Многие стримеры проводили свои шоу, играли в культовые ролплей игры, и вот список тех, кого вы выбрали в эту категорию. Мафия, Бункер, Игры Габара, Детектор Лжи, Мировое Господство, Стримлав, Кажется, Нащупал, Ответь за 5 секунд, Нащупал классный, Караоке, Контейнеры, Своя Игра, Вечерний Бустер, 100 к 1 и Трэш Шоу. Самые громкие коллаборации на Твиче, которые выходили за его рамки и захватывали другие категории. Хесус и Ивангай, чат. Злой, Слидан, Бустер Егор Крид, Братишкин, с Юликом, Кузьмой, Крэйзи Магахеллом, Сквозь Баб, Биг Бэйби Тейп, Томас Мраз, Стас Ай Как Просто, Даня Кашин, Эвилон с Габаром, Оуджи Будой, Киев Стонером, Скруджи и командой Нави. Дина Блин с Евой Элфи и Снейл Кик с Пушной и Соболев. Такие коллабы не самые частые явления, поэтому голосуйте за ту, которая была самой неожиданной и интересной для вас. Противостояние года. Название говорит само за себя, пора выбирать самый горячий шоу-матч. 89-й против Freak Squad в CSGO, Valorant и Майнкрафте. Бустер против Virtus.pro. Na'Vi 2010 против стримеров. Na'Vi 2010 против Na'Vi 2020. И Алоха против Папича. Чатик порвался. Чатик продырявило. Спасибо большое, чатик, за сердечки. Мне очень кьют. Цитата года. То, чем вы спамили постоянно, то, что вам засело в голову и до сих пор не вылезало из нее. Странная категория, но тем не менее. Скоро все там будем. Дальше. Йосип. Дальше. Бля, странно это озвучивать. Бля, ебать, Парури, Парирам или Бурури. Вот эту цитату я знаю. Единственную из всех. Дальше. ЧБСДРЭ и последняя АСУ. Ну и это знаю. Кукинг года. Нихуя там номинации, бля. Жопа года будет. Года. В лучшие кукинг-стримы года вы добавили Строго, у которого в гостях Ликс и Десаут, Макривский, в гостях Эвилон, Генцуха, Юечка, Модестал вместе с Фасолькой и Ватарис, Пчелкин с поваром Алексеем Шилкиным, Хесус вместе Т2Х2, Кукинг Эксайл в гостях Андрей Зуфы и Кукинг Вишни и Гока. Мне кажется, момент с яичком, блядь, это просто нахуй, это вот это прорыв года, блядь, мне кажется. Камоле. Игра года. Я бы, конечно, отдал это звание Бравл Старс, но она вне номинации. Вы выбрали сюда CSGO, Dota,
Киберпанк, Among Us, Fall Guys, Minecraft, Valorant, Fortnite и GTA 5 RP поборется за звание лучшей игры года на Твиче. Блять, все нахуй. Площадка года. В этой номинации присутствуют лучшие площадки, которые предпочитают стримеры. А именно, Twitch. Ну и все. Не баньте, пожалуйста. Ладно. Twitch, YouTube, Vast, дайте денег, если меня забанят на Твиче, и Good Game. IRL стример года. Сюда входят те, кто большую часть своих стримов проводил на улице. Ну, либо делал так, что вам это точно запомнилось. Кореш, Камик, Джойн Тайм, Индианыч, Бандос Папа, Пинки, ну и куда же без Гекса. Ну, Гекс вообще пипец. Лучший монтажер Твича. Думаю, как и я, половину ников вы видите тут впервые, но ладно. Вы хотели, выбирали, а мы сделали. Мыльная мочалка, Рекс, Рики, Лизовский, Арсте, Тюфяк, Твинек, Фенди, Рианкор и Стримерская. На этом категории закончились, теперь к голосованию. Голосование будет длиться ровно 10 дней с момента выхода ролика. Ссылка на голосование будет в описании этого. Чё за голосование? Чё, поголосуем? А надо войти. Блядь, сейчас войдём. Всё. А, трансформировать, поднять по размеру. Спасибо большое, блин, вы лучше меня знаете реально. Так, Вика Картер, короче, я голосую за, наверное, новые рекорды по онлайну и карантин. Ну, давайте, похуй, давайте так. Это жестко было. Муза-исполнитель года. Я слышала альбом Exile, это охуенно. Слышала трек Skillzora, тоже охуенно. Остальных я не слышала. Слышала трек Братишкина, мне не особо зашло. Стиль такой не зашел. Поэтому, наверное, я пикну Exile, потому что мне больше всего понравился Exile. И Skillzora тоже охуенно сделал, на самом деле. Скандал года. Ни один из этих скандалов я не слышала, кроме Гинсухи, поэтому я проголосую за котика. Вот. Шиперство года. Шиперство года. Я слышала только вот об этом. И о вот этом. Я, наверное, проголосую за Пока и Крис, потому что я больше вникала в это. Я вообще, блядь, человек, который целый год не был на Твиче, блядь, сидит, голосует. Пара года. Ну, у меня, честно, вот все, они все просто, блядь. Ну, ближе всего я общалась с Наташей. И с Ариной. И больше всего, наверное, я слышала и о том, и о том. Вот об этом уже очень давно, это было в начале года. Блядь. Это невозможно, можно ничего не пикать здесь, потому что, блядь, вот эти все, они все, блядь, ну. Давайте я просто пикну так, или так, или так, давайте я пикну так. Потому что реально, я не могу, тут невозможно проголосовать, я считаю, вообще невозможно. Тут все пары, это, блядь, пары года, реально. Сквад года. Давайте я за фриков проголосую. Стример года. Я, наверное, за Славика здесь, 100% за Славика. Стримерша года. Блять. Блять, ебать, их много, нахуй. Ебать, нас много, нахуй. Я проголосую, наверное, за Гинсуху. Киберспорт стример года. Наверное, Симпл. Наверное, Симпл. Либо Сильвернейм, либо Алоха. Вот три варианта у меня. Наверное, я Симпла пикну. Игровой контент-мейкер года. Мне очень нравится Will of Games. Я прям когда захожу на его стримы, типа, я охуеваю. Поэтому пикну его. Прорыв года. Блять, я не в душе не ебу. Можно я пикну Поку? Я только о нем слышала именно за прорыв. Они все, блядь, прорвались жестко. Все жестко поднялись за год. Все же за год вообще все ебнутые стали в хорошем смысле. Кринж года. А где Жожо, блядь? Камик — это кринж года определенно, блядь. Ой. Смайлик года. Сердечко, ребят, я пику сердечко. Шоу года. А что у меня за песня играет на фоне? Хух, слава богу, блядь, что не другая никакая. Так. Поехали дальше. Кажется, Нащупал мне показался очень интересным шоу. Вот, мне прям интересно было его смотреть. Коллаб года.
Мне нравятся коллабы Братишкина. Они все очень неожиданные. Прям особенно Тейп, блядь, жестко. Охуенно. Я за это проголосую. Противостояние года. Блядь, я не следила нахуй. Можно пикнуть просто то, что я видела? Цитата года. Ну, определенную. Кукинг года. А где наш кукинг вчерашний? Я не помню. Я не видела ни один. Но звучит больше всего пиже вот это вот. Звучит прям охуенно. Игра года. Я бы выделила КС, Among Us и вот эти две игры. Валик и Форт. Ну, блин, я пикну, наверное, КС-ку, потому что я обожаю КС-ку. Площадка года, очевидно, ребята. Эрл стример года. Не знаю, этого ли года, но я знаю, что он охуенно делал раньше. Не знаю, насколько раньше. Наречник Твича, ни один из этих всех не знаю. Вообще ни один. Пикну рандомно. Фенди. Все. Okay.